прошлый раз я рассказал вам о уникальном тренажере «Колодец», который снимает нагрузку с позвоночника, позволяя нам работать над мышцами ног, ягодиц. Отличный тренажер от Николая Ясиновского, который делается на базе тренажеров «Формен». Сегодня расскажу немного о другом тренажере. Физкульт, привет, друзья и ученики! Вы помните, я обещал вам сделать пару видеороликов о тренажерах от Николая Ясиновского? Я думаю, никому не нужно объяснять, кто этот человек и что он сделал, и что он значит для нашего советского и российского бодибилдинга. Так вот, человек выпустил линейку уникальных тренажеров. Чем уникальны эти тренажеры, я думаю, вы сами убедитесь, когда я вам расскажу о парочке из них. Я заказал, и через весь океан мне пришли 4 станка. И я сделаю 4 ролика, где расскажу вам о каждом из них. Вообще у Николая будет 19 станков в его линейке тренажеров. Чем уникальна эта идея? Вы знаете, что существует очень много брендов, популярных и не очень. В каждой линейке тренажеров есть 1-2, иногда максимум 3 действительно хороших станка с хорошей биомеханикой, да и вообще просто нужных, необходимых станка. У Николая будет вся линейка состоять из таких нужных, необходимых тренажеров. Кстати, во многих линейках тренажеров, которые вы знаете, мирового уровня, таких станков вообще нет. Это уникальная ситуация, я сам думал об этом, почему не создать отдельную линейку тренажеров, взять из каждого бренда что-то уникальное, лучшее, заработать, если нужно, и выпустить ее на рынок. Но, как вы знаете, фитнес-индустрия не заботится о нас. И главное, выпускать продукт новый. Чтобы мы, как общество потребителей, постоянно их покупали. А как вы знаете, большинство, 99% людей, открывающих тренажерные залы, это обычные бизнесмены, ничего не понимающие в тренинге. Я надеюсь, что отличаюсь от этого, и поэтому каждый открытый мой тренажерный зал отличается уникальной особенностью того, что нравится абсолютно всем. И стронгменам, и пауэрлифтерам, и бодибилдингам. И в России, и здесь, в Штатах. Сегодня я вам расскажу о уникальном тренажере. Это разведение лежа. Вы знаете, что грудная мышца работает, приводя руку перед собой. И этот тренажер позволяет нагружать именно грудные мышцы. Если работать с гантелями, это травмоопасно. Я об этом говорил не раз, и нужно брать действительно серьезный вес, что увеличивает опасность повреждения плечевого сустава. Но данный тренажер очень удобен и позволяет работать с относительно небольшими весами, но убивает грудные мышцы напрочь. Видите, девчонки даже не могут пустой его поднять, пробуют первый раз. Тренажер оснащен легким стартом. Девчонки не пользуются им, еще не успел я им показать. Видите, вот между ног такая металлическая подставка. Если надавить на нее, то ручки тренажера поднимаются вверх. Тренажер действительно очень хорошо направляет нагрузку именно в грудные мышцы. Вы будете чувствовать, как они работают. При этом вы не проработаете так ни гантелями, ни в тренажере Pec Deck. Возможно, уникальная биомеханика самого тренажера, возможно, просто за счет того, что тренажер так сконструирован, но грудные мышцы реально получают колоссальную нагрузку. При этом, повторюсь, вы не используете огромные веса. Кто пробовал, всем нравится. Профессионалы уже наши местные опробовали, оценили. Говорят, действительно хороший тренажер, и я вижу часто, буду вам показывать тоже в видеороликах, как они на нем или в нем работают. Сам я пробовал уже один раз, прокачивая грудные мышцы, и действительно грудь очень хорошо отзывается на нагрузку в данном тренажере. Друзья, буду показывать вам все новинки тренажеров, которые
закупил, а купил я их пока 4 штуки. Николай, спасибо тебе за твои тренажеры. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайк. Если нравится, комментируйте, что понравилось, что не понравилось. А в следующий раз, друзья, я покажу вам тренажер для широчайших мышц спины и для задней дельты. Этот тренажер тоже отличается немножечко от общепринятых и того, которого вы видите, которые вы видите у себя в тренажерных залах. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем счастливо и удачи, сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.